Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Дмитрий. Вы на канале Boston Technic. Сегодня наше новое поступление. МТЗ-82.1 2013 года выпуска. Давайте сделаем краткий обзор. Посмотрим те характеристики и общее состояние данного трактора. Так, ребят. Вот он, наш красавец. Повторюсь, МТЗ-82.1. Полноприводный трактор. Трактор у нас 2013 года выпуска. Состояние внешнее вы уже видите. Трактор приведен в максимальном заводское состояние. Состояние задних колес идеальное, практически новое. Диски ровные. Передняя резина совершенно новая. Диски также в идеальном состоянии. Мост полностью исправен, без люфтов, без биений. Полностью сухой. Каких-либо течей не имеет. Распределители также все сухие. По двигателю замечаний, нареканий нету. Все так же сухо, все так же исправно. Общий вид сзади по данному трактору. Здесь также все прекрасно. Навеска у нас вот такой вот комплектности. Вал бор мощности ровный, исправный, совершенно сухой. Гидроцилиндр также совершенно сухой. 2013 год. Все световое оборудование установлено согласно заводу. Задние баллоны также практически новые. Диски также в идеале. Установлена штатная лампа. В общем, штатный маяк. Тут двигатель также в исправном состоянии. Также весь сухой. Давайте пройдем в салон. Двери, салон, обшивки. Все в прекраснейшем состоянии, все подготовлено, все перетянуто. Рычаги управления, наработка по данному трактору. Сейчас с вами сделаем запуск. Трактор заводится без каких-либо проблем. Давление трактора идеальное. Ждем вас в гости. Обратите внимание, трактор ни капли не дымит.